Буквально через полтора месяца в Чебоксарах концентрация спортсменов на квадратный метр вырастет в разы. А в международном форуме «Россия. Спортивная держава», который пройдет в столице Чувашии в октябре, чебоксарцы уже наслышаны. О том, как гостей встретить, разместить, развлечь и даже одеть, говорили сегодня на заседании оргкомитета. И по земле, и по небу. Добираться до столицы Чувашии, которая станет к тому же спортивной столицей страны, гости будут самым разным транспортом. Для этого все готово, констатировали в Минтрансе. К приему гостей подключат аэропорты Казани и Йошкар-Олы. 8 октября аэропорт Чебоксары планирует принять 520 человек, в том числе 60 человек по двум регулярным рейсам, 450 человек по двум специальным чартерам. А также ожидается прилет 4 бизнес-чартера до 20 человек. Железнодорожным транспортом на сегодняшний день ожидается прибытие около 800 человек на станцию Чебоксары. Для этого на поездах дальнего следования предусмотрено дополнительно по 3 вагона. Перевозки участников будут осуществляться на автобусах различной вместимости, а отдельные категории на легковых автомобилях. Михаил Игнатьев поручил позаботиться в поездках не только о физическом, но и моральном комфорте гостей. Включая там во время переезда фильма, допустим, с Канаша целый час или там 1 час 20 минут, чтобы там фильмы крутились, надо диски сделать. И в этих автобусах должны быть закреплены люди, которые будут рассказывать о республике, по его народе и ряд других вещей, чтобы очень скучно не ехали. То есть, понятно, после дороги все уставшие, да, а тут надо их подбодривать. Напоминание о нашей гостеприимной республике все желающие смогут забрать с собой на родину. В Минэкономразвитии уже позаботились о сувенирах. Стенды с продукцией сейчас размещают в гостиницах. Мы предусматриваем, что часть изделий народно-художественного промысла будет изготовлено с символикой форума. То есть не только символика Чувашской республики, особенности и орнамента нашего. Но постараемся, вот сегодня ведем проработку дизайна с символикой форума еще раз. Значит, отдельно будет предусматриваться стенд с чувашскими национальными костюмами. Национальную символику представители оргкомитета хотели бы видеть и на одежде, которую готовят участникам форума и волонтерам. А где эта символика? То есть я никак не заметил. Или ее не будет вообще? Или будем делать то, что нам Москва рекомендует? Мы первоначально техзадание дали на то, что вот общая символика, то, что еще раз будет представлено всем, это российское мероприятие. Но постараемся, вот если желание есть, постараемся отразить, что все-таки наши национальные особенности. Так или иначе, руководству города и республики в приеме гостей нужна помощь. Так что значительная часть обязанностей ляжет на плечи волонтеров. Ими в основном станут студенты чебоксарских вузов. На сегодняшний день уже поступило около 500 заявок. Ольга Пырочкина, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов. Республика.